Мулана средины черт. Все были уверены, что Мулана средины нельзя провести, но черт взялся его надуть. «Куда тебе со мной тягаться?» — сказал Мулана средин черту. «Тебя всякий обманет. Хочешь, я поведу тебя к речке и приведу назад, не дав тебе напиться?» Черт согласился, и они направились к речке. Когда они подошли к берегу, Мулана средин обернулся и спросил: «А где же свидетели?» «Какие свидетели?» «Как какие? Ты будешь говорить, что напился воды, а я буду утверждать, что нет. Какой же из этого толк?» «Ну так пойдем за свидетелями», — сказал черт, и они отправились обратно. «Мы были у речки?» — спросил Мулана средин черта, когда они вернулись. «Были», — отвечает черт. «Напился ты воды?» «Нет». «Так чего же тебе еще нужно?» И черт признал себя побежденным.